Как приятно, когда вот так вот листики шуршат, под ногами шуршат. Вот так. Тема успокаивает это. Звукотерапия. На велосипеде здесь тоже хорошо кататься. Вот. Дорожек много-много разных. Кривые, извилистые. Вот, красивый здесь вид. Воззрение такое красивое. Золотая осень. Очень красиво в лучах солнца вообще. Желтенькое-желтенькое. Деревце стоит такое. А елочки зеленые. Елочки у нас вечно зеленые, потому что. А за елочками березки. Там качельки такие. Старинные. По двое. Приседать и вставать. Раскачивается. Вот эти березки. Вот потихонечку тоже желтеют. Но, наверное, они будут красивые. Вот здесь полянка такая березок. Поляночка свежескушенная. Травка. Вот, там вот как среди зелени горит желтенькое деревце. Вот здесь тоже много красивого. Сейчас мы подойдем, посмотрим, что это такое. Это похоже на боярышник. Точно, боярышник, кусты боярышника. Вот красненькие они, ягодки такие. Ну, боярышник все знают, да, для сердца хороший. Такой вот ягодки препарат хороший делают. Всякие препараты, и настойку, и таблетки. Вот эти деревья с сосульками такими. Они еще держатся. Не желтеют, не хотят желтеть. Там красиво. Вдали тоже боярышник. И боярышник очень красиво украшает. А вот это рябина, кажется. Нет, не рябина. Наверное, все боярышник. Ой, как чудно травка пахнет. Нет, это рябина. Рябина. Вот она, красненькая такая. Как-то не сильно она. Вот, красненькая. Так, залезла. А, в замшевых туфлях залезла. Все, теперь нет мыши. В кроссовках сюда надо ходить. Все. Полезла. Так, вот еще рябина, вот она красиво смотрится. Солнце падает на нее. Мы идем не против солнца, а от солнца. И оно красиво видно. Облака красивые.
Ой, хорошие дни. Хорошие. Когда дождика нет, хорошо, можно побродить. Так. Мы выходим уже к речке, там мостик. Мы уже заканчиваем. Уже много уже минут здесь. Всем пока.